Олег Виноградов спросил меня, не хочу ли я вернуться для работы в театр и готовить спектакли с людьми, которые меня очень интересуют, и, то есть, и передать тот опыт и в тех спектаклях, в которых я все-таки чувствую какую-то уверенность свою. Но вот сейчас я вошла в этот театр не с трепетом, нервным, а с желанием войти и работать. И вот когда меня попросили вспомнить, ну, первое, что я сказала, что я все забыла. Я так хорошо хотела забыть, что я действительно все забыла. Память тела оказалась значительно сильнее, чем память головы. И первый раз в работе, вот такой, как «Восстановление легенды», я получила истинное, настоящее творческое удовлетворение. Вот имя Юлии Махалиной очень популярно на Западе. И мне настолько интересно было работать вот по одной простой причине, что я передавала ей текст роли, графику этой роли. Но я уже сейчас передавала в том внутреннем своем эмоциональном настрое, который я ощущаю, это современный спектакль, который я ощущаю уже через сегодняшний день, через прожитые годы, через мучения и радости, и все, что хотите. И мне в этом спектакле, вот мне удалось передать, мне так кажется, передать немножко своей души.